Их музыка не просто звучит, она живет в плейлистах поклонников со всей России. Хит «Пожары и дожди» знают во многих городах. День рождения «Блокады сердца» 23 сентября. Именно в эту дату, 15 лет назад, на стадионе «Амур» свой прощальный концерт дал другой местный прославленный коллектив «Перекресток», который взял новое название. Из того состава сегодня выступают неизменный лидер, вокалист и автор песен Александр Худеев, басист Андрей Калугин и гитарист Евгений Нохрин. Два участника поменялись. Гамза Евгений сейчас барабанщик, он с нами в проекте уже более 5 лет. И несколько лет с нами трудится Владимир Шулепин. Клавишник, аранжировщик хороший. В том числе сегодняшнее выступление симфонической группы. Он полностью сам аранжировал, написал им нотки. В общем, Володя, большое спасибо. Концерт симфонической группы «Блокада сердца» сыграла впервые. Уникальным было и то, что музыканты выступали при пустом зале, без зрителей, не считая операторов, звукорежиссеров и других специалистов, которые обеспечивали бесперебойную работу во время прямого эфира. Трансляция велась в 2 аккаунта – самого коллектива и Амурского областного телевидения. Софиты лупят на сцену. 2 метра, ничего не видно. Мы себе представляли, что там куча народу, и все было хорошо. План сделать концерт симфонической группы родился где-то 2 месяца назад. И вот мы его реализовали. Я думаю, все хорошо произошло. Сейчас у нас еще один гештальт. За 15 лет «Блокада сердца» дала 70 концертов. Часть из них за пределами Благовещенска. Выступали на Сахалине, в Хабаровске, во Владивостоке, в Москве. Каждый из музыкантов в рабочее время трудится в разных видах бизнеса. Но неизменно несколько раз в неделю они собираются вместе. Это для меня вот музыкальный мой мир, мое хобби, увлечение. Потому что я с барабанами класса с 4-ми, наверное, с пионерии еще. Ну, потом были разные коллективы, разные группы. Но вот сейчас я плотно и основательно в «Блокаде сердца» и барабанщик. И это часть моей жизни, довольно приличная. 2 раза в неделю репетиции, вот концерты. Мне это нравится все. Сегодняшний концерт не сохранился в аккаунте группы, но он станет доступным на YouTube-площадке «Блокады сердца» в ближайшее время. А вот точная дата, когда телеверсия выйдет в эфире Амурского областного телевидения, уже известна. 4 ноября в 19:00. Зрители обязательно услышат «Пожары и дожди», которую даже в симфонической обработке легко узнать по первым аккордам. Екатерина Талалай, Амурское областное телевидение.